конце 60-х Татьяна Доронина совершила тихую революцию в СССР, разбив сердца целому поколению своим странным с хрипотцой голосом, огромными глазами, какой-то неземной красотой. От каждого поворота головы, каждого жеста актрисы исходила такая эротика, какой раньше не было в советском кино. Ты почему меня на вокзале подхватил? Другие не брали. Чемодан твой приглянулся. Женственную блондинку тут же назвали русской Мэрилин Монро, хотя сравнение явно хромало. По таланту Доронина была на порядок выше голливудской дивы. В знаменитую школу-студию МХАТ Таня легко прошла по конкурсу еще после 8 класса. И только при зачислении обнаружилось, у фантастической девочки из Ленинграда нет аттестата зрелости. Сама она верила, что ее обязательно примут, ведь если признают талант, то он важнее правил.